Всем привет, с вами Life RC, и сегодня у нас первый выпуск новости из мира моделизма. В первую очередь хотел бы рассказать о предстоящих соревнованиях. В городе Днепропетровск 12 марта пройдут соревнования по RC-дрифту. Как это будет выглядеть, посмотрим на видео. Приглашаются все желающие. Проходить соревнования будут в торговом центре «Караван». Начало соревнований в 14:00 в городе Днепропетровск. Также в марте пройдут соревнования в городе Киев по классам моделей внедорожников и шоссе. Эти соревнования будут проходить в 303-й школы. Это официальный чемпионат Украины. Проходить он будет с 25 по 27 марта. Естественно, съедутся участники со всей Украины. Как выглядят эти соревнования, можно посмотреть. У меня на канале есть видео с соревнований Christmas Cup, которые проводились в январе. Как там было. Также хотел рассказать о новостях, происшедших в мире моделизма в ближайшее время. Для моделистов, наверное, самое главное – это соревнования, о которых мы уже рассказали, когда и где какие будут, как можно посмотреть, и выпуск новой продукции. Наконец-то компания Kyoshi, у них модель MP9, наверное, уже толком лет 8 не меняется. Они только ее обновляют. Была MP9, потом такие I1, такие I2, такие I3. И вот уже несколько лет такие I3 не менялось. И тут они выпустили обновление такие I4. Покажу в фотографиях, что конкретно они обновили. Также были проведены уже первые тесты модели. Тесты модели проводил Юичи Канаи, он же ее создатель и постоянный разработчик. Посмотрим видео.
Собственно, это на сегодняшний день все новости, о которых я хотел вам рассказать. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Я буду чаще пытаться проводить выпуск RC News о том, что происходит нового в мире моделизма. Всем до свидания, до скорых встреч. Пока-пока.